Черт возьми, глупая санина. Как тут музыку выключить? О! Ща я тебя сниму, парень. Ты будешь большой звездой. Вот так вот. Хорошо. Всем привет, сучары. Пару дней назад какой-то ебанутый влетел ко мне домой прямо через окно, достал заточку из зубной щетки и с нездоровой улыбкой выжал меня с моей комнаты, запер в кладовке и начал избивать мое кресло, после чего засел за моей коллекцией жесткой порнухи, надев мою одежду. Сначала я испугался, потом был обижен, а потом приятно провел время с парой крыс, устроив резню на смерть за крошки двухлетней давности, был побежден и изгнан из кладовки. После чего обнаружил какую-то хуйню у себя на канале и забил. Однако, это новая гоночная резня, и сегодня мы отправимся в гнездо Давидыча и проедем гонку на БМВ. И как всегда, стартуем. Я последний. Почему? Потому что это Паблос, а я зашел в последние 25 секунд и вообще должен был стартовать с боксов, и не знаю почему я стою на дороге, успел. Ну так вот, стартуем, едем, меня сбивает чудило. Вы могли подумать банальные вещи, про спайсы и подобное, но на самом деле, парень не простак, и хотел применить особый трюк, пришедший к нам из Need for Speed, подразумевающий срезку дороги по короткому пути, однако что-то пошло не так. Он превратился в ебаную торпеду и сбил меня, как Бнари сбили Боинг с европейцами когда-то в 2014-м. Но дрифтеры, с которыми я зависал несколько месяцев назад, научили меня, как выходить из опасных ситуаций с шиком, и я ебанул трёху и удивил народ. Шучу, не удивил. И трёха хуёво и вышло. Но как вы знаете, всё хуйня в сравнении с первым поворотом. И вы правы. Местные особенности столкновений в мультиплеере пролили первую кровь, устроив половой акт на треке. А дальше уже все было в руках местных додиков и бантов. Ну ладно, я засадил парниша и полетел по своим делам дальше. Начал батлить бандита, а у него есть дружок, и в общем, меня укусила стенка, я обиделся. В целом, меня постоянно манили стены. Это какой-то неописуемый эффект, когда играешь с BMW. Окей, теперь надо догнать всех остальных, чтобы обратить гонки в контактный спорт. Ебать, снова стена. Но как видите, моя машина уже надрессирована на трёхе и ебашит их сама по себе при любой возможности. Правда, какой-то чёрт таки пронёсся мимо меня, ничего, догоню, отпизжу. Ну вот. Конец первого круга. Произошло много драмы за этот промежуток времени в 2 минуты, и я подумал о пит-стопе. Не, лучше ебану про буксовку и напугаю преследователя, на боксах одни лохи тупят. Но нельзя трепаться только о себе. Вот какого пиздеца на пабликах вы не повидали, за настоящей искоркой надо идти на подлосы с BMW. Только тут всего за пару кругов я насмотрелся такое количество пиздеца. Вот сами смотрите, я еще за другими не закончил следить, а кто-то уже рассыпался в стене. Это как маленькие дети, но под спидукой. Меня еще немного покусала стена, потом еще немного и еще разок. За мной уже ехала пара чудил, чтобы меня отпиздить за проявление открытой ненависти, так что приходилось давить на полную и вспоминать список советов о том, как не разложиться в хуй в условиях дикой природы. Однако, что-то пошло не так. На меня наехала местная трава, и все закончилось не так, как я хотел. Однако у меня есть иконы с дрифтерами в кармане, и я уверен, это дало мне сил сделать еще одну трех, удивить народ, маму, пап, бабушку и вас и продолжить гонку. Но треха снова вышла хуевая, а на меня даже никто не посмотрел. Наверное, иконы бракованные попались. Ну блин, точно, точно, бракованные. Если бы нормальные иконы купил, меня бы не обошел белый мальчик. Теперь придется все в свои руки брать и батлить сукиного сынка. К счастью, этот банат проходит змейки моим же способом, и это дало мне некоторые шансы на победу. Я собрал всю свою злость и ненависть в одно место, и банул по стене и поехал за своим обгоном. Хотел ибануть по стене еще раз, но что-то засал, вдруг ответит. Ну и нихуя у меня не получилось его обогнать. Я же ссаный кретин, чё вы думали, типа счастливый конец, как в Диснее?
Ахуй, это не Дисней, это гоночная резня, вы не в сказке. Вот так вот. Думаете, что все заебись, а на самом деле за вашим креслом уже бомжара с заточкой поджидает. Приятного вечера, пока.